Второй год подряд молодые ученые Омской области получают премии регионального правительства. В конкурсе научных работ участвовало 38 разработок в направлениях медицина, биология, техника, экономика, экология, право, история, химия и физика. Учреждение молодежной премии в области поддержки именно молодых ученых – это один из шагов, наверное, в первую очередь, наверное, мотивации именно молодых студентов к научной деятельности. И, конечно же, здесь, наверное, важная составляющая не то, что какое-то материальное поощрение, допустим, победителям, лауреатам, а вот именно публичное признание со стороны органов государственной власти, со стороны общественности, вот их достижений. Я думаю, что это очень важно. Экспертный совет, в который входят ученые из омских вузов и производственные специалисты, отобрал лучшие проекты. Критерии высокой оценки – важность и полезность научной идеи для жителей области. По итогам голосования три премии по 58 тысяч рублей присуждены физику из технического университета Александру Ященко, химику университета имени Достоевского Татьяне Коваленко и технологу из экономического института Ольге Пасько. Кстати, несмотря на возраст, Ольга уже доктор наук и профессор. Она получила премию за интересные исследования в сфере организации школьного питания, в частности, разработки меню и реконструкции столовых. Мы предлагаем в школьных столовых различные технологические решения, которые способствовали бы улучшению как организации питания, так и материально-технической базы школьных столовых. Безусловно, часть этих разработок используется и применяются на практике. А Татьяна Коваленко предложила разработку способа очистки сточных вод с помощью углеродоминерального сорбента, который синтезируется из сырья, добываемого в Омской области. Доказала, что ее метод обойдется хозяйствующим организациям в 2-3 раза дешевле того, что существует сегодня. Разработкой этого научного труда она вместе с коллективом единомышленников занималась около 8 лет. Победа в конкурсе для них – важный этап в работе. Это стимулирует наш коллектив, наш молодой коллектив для того, чтобы дальше работать, для того, чтобы вырастать из молодых ученых в ученых-взрослых, разрабатывать какие-то интересные проекты, внедрять их обязательно на практике, для того, чтобы как-то дальше расти, развиваться. Кроме трех основных премий, в этом году были вручены еще 5 дипломов за интересные и перспективные научные разработки. Сергей Шелпаков поздравил победителей от имени губернатора и правительства Омской области, поблагодарил за участие в конкурсе всех соискателей и их наставников, пожелал дальнейших успехов и продвижения интересных проектов в жизнь.